работе я знал расположение денег, где они хранятся в магазине в ночное время, в какой день большая выручка и как все это быстро сделать. Деньги выпивали, изрядно напившись, собрались, взяли топоры, молотки, одежду, противогазы и пошли. Зашли, подошли к магазину, выбили окно, пробежали по магазину, я указал на дверь, сам побежал дальше к запасному выходу открывать, но она оказалась закрыта. Когда я возвращался обратно, дверь уже была взломана, то есть деньги уже находились в сумке. Открыл дверь приемки, и мы убежали.